Всем доброго времени суток, с вами Лара Шум. На ваших экранах идет видеообзор Романцевских гор. Поэтому рекомендую и смотреть видео, и слушать историю создания этой уникальной природной локации. Горы из-за своего рельефа и цвета напоминают поверхность Марса. Этот удивительный инопланетный пейзаж изначально был обыкновенным карьером, в котором добывали бурый уголь. Десятки лет понадобилось природе, чтобы сделать его таким, как он выглядит сейчас. Местность имеет несколько названий. Все они неофициальные. Кандуки, Ушаковские карьеры, Романцевские горы. В 60-е годы здесь, неподалеку от города Богородицк, началась добыча бурого угля открытым способом. Его залежи находились близко к поверхности, поэтому способ добычи был не слишком труднозатратным и прибыльным. Спустя 20 лет сырье утратило свое качество и интерес к карьеру угас. В 90-е годы его полностью забросили. Дожди и таяние снега стали причиной появления размывов и трещин в глинистой породе, хаотично выброшенной по сторонам от карьера. Вода начала постепенно скапливаться в самых глубоких точках, а спустя годы образовался водоем, обрамленный так называемыми горами. Песочно-бурый цвет новообразованных скал только подчеркивают красоту изумрудной воды, что разлилась между ними. И лишь лесные массивы, расположенные на другом берегу, возвращают в реальность, все же говоря о том, что это Земля, а не Марс. Глубина водоема достигает 20 метров, а высота окружающих гор, названных Романцевскими, до 207 метров над уровнем моря. Местные жители говорят, что велика вероятность наличия мест глубиной до 70 метров. Туристы отмечают, что это красивое и тихое место вдали от цивилизации, где можно отдохнуть душой. Любители красивых видов и самые активные путешественники взбираются пешком на самую высокую гору, с которой открывается очень красивый пейзаж. Грунтовая дорога пыльная, и доехать по ней можно только в сухую погоду или на внедорожниках. Для поездки следует выбирать солнечную погоду, чтобы без труда добраться к месту на автомобиле и насладиться красотой гор и воды. Среди минусов и долгий путь. Из Москвы добираться около 3,5 часов. Жители ближайших городов и поселений отправляются сюда на зимнюю и летнюю рыбалку. В озерах Кандуки, образовавшихся на местах заброшенных карьеров, водится рыба, щука, окунь, плотва, карась, бывают и раки. Щука может достигать веса 2,5 и более килограмм, окунь – 500 грамм. Космические пейзажи, где можно сделать фотосессии или снять видеоролик. Наилучший вариант отправиться сюда – взять палатку, погрузив ее в автомобиль, и провести на берегу несколько дней. Идеально отправляться на Ушаковские карьеры Тульской области в будни. В выходные здесь больше людей. Я побывала на Романцевских горах и рекомендую вам тоже съездить туда, отдохнуть и насладиться природой. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и поделитесь этим видео в своих соцсетях. Пока-пока!